Остались считанные дни до открытия нашумевшей во всем мире выставки изобретений Леонардо да Винчи в Молдове. Теперь и нам выпал уникальный шанс рассмотреть в деталях то, что придумал и воплотил в жизнь величайший ум своей эпохи. Экспозиция уникальная. Здесь можно будет увидеть знаменитый летательный аппарат да Винчи, велосипед, пушку, прототип современного акваланга, а некоторые экспонаты даже испытать в действии. Собирать выставку помогала и наш корреспондент Ольга Гриненко. В Национальный музей истории экспонаты привезли несколько часов назад. Некоторые из них еще находятся в специальных кейсах. Монтаж и установка займет неделю. Организаторы выставки разрешили нашей съемочной группе понаблюдать за процессом. Но наперед скажу, то, что в ближайшее время смогут лицезреть посетители, является воплощением всей гениальности великого Леонардо да Винчи. О том, что в Музее истории развернется сенсационная выставка, говорит и масштаб, и слаженность ее подготовки. Десятки техников, грузчиков, и у всех свой фронт работы. Руководит процессом главный инженер проекта, австралиец Жерард Бекингсейл. Здесь представлены несколько абсолютно разных отделов. В одних можно увидеть летательные аппараты, идеи инженерных сооружений для повседневной жизни, в других – идеи водных аппаратов, других физических приспособлений. Есть отдельный отдел, посвященный его анатомическим исследованиям. И это, наверное, моя любимая часть выставки, поскольку эскизы просто прекрасны. Специально для этой выставки залы музея разделили фанерными перегородками и даже выкрасили в нужный цвет. Стены на выставке должны быть определенного цвета, да, то есть если вы увидите, что стены в этой зоне черного цвета, есть зона, которая будет представлена анатомия, она красного цвета, есть зона, где будет другая, там белого цвета, то есть все как должно быть во всех странах, чтобы люди ощущали себя, как будто они пришли не в музей в Молдавии, а пришли в музей в Италии. Экспозиция произвела фурор в десятках странах мира. К нам она прибыла из Амстердама и сулит не менее фантастический успех. А как иначе увидеть собственными глазами изобретения да Винчи, созданные итальянскими ремесленниками точь-в-точь по его чертежам, еще в реальную величину, шанс уникальный. К тому же многие экспонаты действующие, и принцип их работы можно будет проверить собственноручно. Будем пытаться сделать интерактив, чтобы не просто люди пришли посмотрели, а чтобы могли поучаствовать. Многие экспонаты можно будет трогать, в зеркальную комнату можно будет зайти, посмотреть, как ты в зеркальной комнате себя ощущаешь. На выставке можно будет увидеть также знаменитые шедевры изобретателя в 3D и его рукописи. Впрочем, все секреты организаторы раскрывать не стали. Зато признались, что привезти такую экспозицию в Молдове дорогого стоит. Тяжело было договориться, чтобы совпали все даты, чтобы была свободна выставка и был свободен музей. То есть поэтому пришлось за год договариваться и с музеем, и с выставкой, чтобы совпали даты. А также было тяжело это все привезти. То есть это две полные фуры приехали экспонатов, картин. Это самая масштабная передвижная выставка в Европе. Ее разработала австралийская компания Grand Exhibition совместно с музеем Леонардо да Винчи в Италии. Официальное открытие в Кишиневе в Национальном музее истории состоится 1 февраля. Билеты будут стоить от 80 до 120 леев. Дети до 6 лет бесплатно.